Доброго времени суток, друзья. Так, прибыл очередной пакетик из Китая. Не будем долго рассусоливать. Внутри должен быть ремень для укулеле. Возможно, те, кто играет уже на укулеле, сталкивались с такой проблемой, что когда ты не сидишь, а, допустим, ходишь и что-то пытаешься брончать, от того, что укулелька маленькая, ее не очень удобно так держать. То есть ее надо реально прижимать к себе, и, ну, иногда это возникает, ну, возникает дискомфорт при игре, да, то есть. И вот это вот такой ремешок, возможно, кому-то будет полезен и решит эту проблему. Ну, а мы приступим к распаковке. Погнали! Так, сейчас мы ее быренько распакуем. Так, аккуратненько разрежем, чтоб не покоцать внутри. Да, искал различные ремни на Алиэкспрессе. Попался только такой, в такой расцветке. Кстати, может быть, кому-то будет интересно. Есть такие же чехлы в таких же расцветках. Не знаю, как это назвать. Напиши в комментарии, как это. Гавайский стиль какой-то. Раста стиль. Какой? До меня пока не доходит. Наверное, надо лучше научиться сначала пользоваться Гуглом. Так. Да, вот такой вот ремень. Да, столкнулся на Алиэкспрессе с проблемой, что нельзя выбрать нормально цвет ремня. Были простые черные или там какие-нибудь другие разноцветные, одноцветные, да. Но качество, то есть тут он, ну, реально хорошего качества. Скажу такой, как, не знаю, галстук, что ли. Там такие, знаете, такие простые, как веревочные, что-то такого, да, как на рюкзаках эти лямки блюдские. Короче, ну, натирал бы очень сильно шею. А этот вот такой вот, он 100% будет удобен в эксплуатации. Да, сейчас примерим, посмотрим, как это будет выглядеть вместе с укулелькой. Да, то есть, вот наш ремешок. Немножечко в сторонку его отложим. Вот наша укулелька. Сейчас мы ее быренько откроем. Откроем, примерим, посмотрим, как это все будет выглядеть на практике. Так, я так предполагаю, что вот это вот крючок, вот этот вот крючок крепится на низ деки. То есть непосредственно. Так, немножечко неудобно. Вот, непосредственно сюда. И остальная часть ремня уходит сюда. То есть вот таким вот образом. То есть и этот ремешок крепится, получается, на шею. И, то есть, ну, не надо правой рукой прижимать сильно. То есть часть нагрузки уходит на шею, получается. Ну, как нагрузки. То есть не надо париться и держать, и бояться, что выпадет укулеле. Потому что, ну, бывает такое, что спадает с грифа рука, когда ты ее просто держишь без ремня. Ну, и как бы посмотрим, как это все будет выглядеть на практике. Ну, а у нас на сегодня как бы все. Всем спасибо за просмотр и всего хорошего.